Там написано, Господи, что-то какие-то номера, а здесь погребено тело Николая Васильевича Гоголя. Родился в 1809, скончался 21 февраля 1852 года. Такой вот камень здесь. Евгений Багратионович Вахтангов. Артистка Елена Павлова Муратова, артистка. А вот Щукинский театр, да? Народный артист СССР. Он Ленина играл. Орденоносец Борис Борис Васильевич Васильевич Щукин. Щукин. О, это Наумов, вот недавно умер. Его жена, это как ее, Селезнева, да, по-моему. Вот. Наумов Владимир Наумович. Герасимов Владимир Михайлович. Где? А, Вера Петровна Морецкая, народная артистка. Заслуженный артист Павел Хохлов. Литератор Леонидов. Артист Владимир Неронов. Народный артист РСФСР Горюнов. Артистка Бендина Вера. Борисов Борис Самойлович, заслуженный артист. Здесь вот похоронен. Артист Алексей Александрович Стахович. Артист МХАТ Юрий Константинович. Нина Владимировна. Все мы лишь гости на празднике жизни. Да, действительно. Все мы лишь гости на празднике жизни. Режиссер, художник, декоратор, артист. Маргарита Георгиевна Бурдугалова. Писатель, кинодраматург Евгений Габрилович. Каганович Лазарь Моисеевич. Что? Первый секретарь Московского городского комитета Всероссийской коммунистической партии большевиков. Народный Народный комиссар комиссар. пути сообщений и тяжелой промышленности СССР. Ленточки в виде российского флага, да? Отто Юльевич Шмидт. Владимир Маяковский. Александр Фадеев. Который написал книгу «Молодая гвардия». Илья Сац, Наталья Сац, Мария Константиновна Сац, любимая мамочка и бабушка. Да, композитор. Илья Сац, композитор. Ну, я и говорю, композитор, видно. Ноты.
Владимир Иванович Немирович Данченко, 1858-1943. Михаил Владимирович Немирович Данченко. Ну, а это жена, наверное, его. Антон, да. Павлович Чехов. Это родился в 1860 году. А это Павел Георгиевич Чехов. Владимир Этуш, народный артист СССР, 1922-2019 год. Исаак Осипович Дунаевский. Народный артист РСФСР Рыбников Николай Николаевич. Умер в 1956 году. Вот его могилка. Борис Николаевич Ливанов, народный артист СССР. Умер в 1972. Народный артист СССР Василий Иванович Качалов. Константин Сергеевич Станиславский. Олег Ефремов, в 2000 году умер. Родился в 1927 году. «Три тополя на Плющихе» фильм. Писатель Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита». Умер в 1941 году. Владимир Леонидович Дуров, 1863-1934. Народная артистка СССР Наталья Юрьевна Дурова, 2007 году. Леонид Коган, скрипач. Алексеев, заслуженный артист РСФСР, орденоносец Александр Алексеев. Куда-куда вы удалились? Весны моей, золотые дни. Вот такое надгробие. Лебедь. Народный артист республики Леонид Витальевич Собинов. В 1934 году скончался. Это могила сына Максима Горького. Максим Горький – писатель. И настоящее его имя Алексей Максимович Пешков. А это его сын. Сам Максим Горький упокоился в Кремлевской стене в главном некрополе Советского Союза. Илья Ильф. Ильф и Петров. А это народный артист Казахской ССР. Композитор Александр Викторович Затаевич. Затаевич. 1869-1936 год. Актриса Ермолова. Гришин Виктор Васильевич. А здесь похоронена Вера Мухина, самая знаменитая советская женщина-скульптор. Композитор Василий Иванович Лебедев-Кумач. Алексей Николаевич Толстой.
Вячеслав Шишков. Новиков Кривой. Писатель. Педиатр, академик Спиранский Георгий Нестерович. Вот тоже интересно. Главный хирург. Главный хирург института Склифосовского. Склифосовского. Профессор Юдин. Антон Семенович Макаренко. Ну, это уже жена, наверное. Да. Капитан первого ранга Борис Федорович Гладков. 1916-1992. А это отец. 1883-1958. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Народный артист СССР Дуров Юрий Владимирович, 1910-1971. Папе, ну, это от детей, скорее всего. Самуил Маршак. Это его дети. Микоян Анастас. Академик Микоян. Это маршал бронетанковых войск Яков Николаевич Федоренко. Алла Казанская. Академик Владимир Обручев. Дважды Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск Павел Семенович Рыбалко. Вот гвардейцев, танкистов. Что он придумал, ты говоришь? Что он придумал, ну-ка? Он предложил такую фигню, говорит, психическая атака будет. Вой, так раскучит в войсках. И вот этот вой страшенный был. И атака. Немцы не понимали, что это творится, что это вообще такое идет. Да. Генерал-лейтенант Ворошилов Петр Клементьевич. Генеральный конструктор самолетов, герой социалистического труда, лауреат Ленинской государственной премии, академик Алексей Андреевич Туполев. Поликарпов Николай Николаевич, авиационный конструктор. Николай Островский. Как закалялась сталь. Молотов Вячеслав Михайлович.
Надежда Сергеевна Аллилуева, Сталина, член ВКП от Сталина. Галина Яковлевна Джугашвили, Тимошенко Екатерина, Сталин Василий Васильевич, Сталина Светлана Васильевна. Ну, как всегда, у нас было время ограниченное, и поэтому мы полностью не смогли пройти Новодевичье кладбище. Ну, а это перед вами Новодевичий монастырь. Ну, и не было возможности нам вернуться и доснять. Конечно, очень интересно походить среди могил, увидеть захоронения известных личностей, актеров, выдающихся людей. Всем пока!